Пенсионер Сиренгульского района обратился к представителям власти региона по вопросу назначения пенсии и предоставления мер социальной поддержки. Гражданин Булин недоволен доплатой к своей пенсии. С этим вопросом, как выяснилось, он обращался не единожды и получал разъяснительные ответы на свои вопросы. Однако эти ответы пенсионера не устраивали. Чтобы разобраться во всем и оказать необходимую помощь, в район выехали представители Пенсионного фонда и Департамента здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области по Сиренгульскому району. По данному вопросу мы договорились с Александром Александровичем сегодня встретиться в 3 часа, но, к сожалению, вот его на месте нет, и пообщаться и выяснить все наболевшие вопросы и все те моменты, которые волнует Александр Александрович, к сожалению, не удалось. После того, как дверь не открыли, сотрудники дозвонились до пенсионера. По словам Александра Александровича, в тот момент он находился в городе и вернуться планировал только к вечеру. Хотя о встрече была договоренность заранее. У Александра Александровича есть возможность обратиться на личный прием в Министерство здравоохранения и семьи социального благополучия буквально в понедельник. Как стало понятно из телефонного разговора, пенсионер вовсе не просит повышения, а наоборот. Он считает, что такая надбавка – это унижение и подачка, поэтому хочет и вовсе отказаться от нее. И на прием приезжать отказался. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.